Новости из Саудовской Аравии. Минувшей ночью все паломники из Дагестана, совершающие в эти дни хадж на благословенной земле Саудовской Аравии, прибыли в долину Мина, где разместятся в палаточном городке. Пребывание в Мина накануне Дня Арафа является сунной пророка, мир ему и благословение. В этом году для российских паломников количество мест в палаточном городке долины Мина было предоставлено саудовской стороной. Напомним, что в 2017 году квота была увеличена с 16 400 до 23 500. Саудовские компании, с которыми был заключен договор на обслуживание палаток в долине Мина, имея на руках межгосударственный договор, по неизвестным нам причинам не выполнили условия этого договора. А именно, на каждого паломника не было выделено спальное место на 95 см. При этом за оказание услуг было взято 1000 реалов, что за каждого паломника на 625 реалов больше, чем в прошлом году. В связи с этим первоначально Марва Тур вынуждена была разместить паломников по выделенным палаткам. Таким образом, многим паломникам пришлось временно потесниться на своих спальных местах. Паломники обеспечены спальными принадлежностями, матрасом, подушкой и одеялом. Будет организовано горячее питание, а также раздача прохладительных напитков. Как отметили в компании Марва Тур, в настоящее время ведутся переговоры о предоставлении дополнительных мест для равномерного распределения верующих по палаткам. Уже есть положительные результаты. Выделены дополнительные места, и об этом оперативно сообщено руководителям рейсов и групп. Часть паломников уже переведены и размещены на новые места.